Что делать, если гниет картошка в погребе, почему это происходит и как предотвратить проблему? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы актуальны зимой. Популярные статьи. Поиск по сайту. Найти причины, по которым гниет картофель. Сбор овощей в дождливую или сырую погоду, невнимательность при осмотре урожая, слишком ранняя или поздняя копка – основные причины гнили картофеля. В погребе овощи быстро гниют при высокой влажности, неподходящей температуре, плохой вентиляции, хранении в мешках с низкой воздухопроницаемостью. Болезни гниения вызывают некоторые опасные заболевания – фитофтороз, бактериальная гниль, черная парша. Фитофтороз – грибковое заболевание, проявляется в виде темных пятен на клубнях. При разрезе видно, что черная гниль уходит внутрь картофеля. Фитофтороз возникает еще в период вегетации, а активируется уже в погребе, если температура превышает норму. Основные меры борьбы – картофель перебирают, удаляют зараженные клубни, нормализуют температуру в помещении, здоровые. Овощи обрабатывают биопрепаратами, например, гомоиром. Выкапывают картошку только в солнечную сухую погоду, насыпают в ящики слоем около 1 метра. Мокрая бактериальная гниль клубней при таком заболевании за пару дней покрываются участками серой слизи с ужасным запахом. Провоцирует развитие заболевания температура выше плюс 20 градусов Цельсия и влажность больше 90%. Чтобы избавиться от гнили, делают следующее: урожай перебирают и выбрасывают сгнившие клубни, нормализуют влажность и температуру в погребе, больные участки на овощах срезают, место среза обрабатывают спиртом, картофель периодически осматривают. Черная парша – грибковое заболевание, вызывает на клубнях небольшие черные точки, склероции, трещины. Ризоктониоз не сказывается на вкусе овощей, обычно связан с поздним сбором урожая. Меры избавления и профилактики – клубни перебирают и выбрасывают поврежденные, урожай обрабатывают средством «Дитон М45». 200 грамм на 5 литров воды, раствора хватает на 100 килограмм картофеля, нормализует условия хранения. Как сохранить картофель в подвале? Чтобы урожай долго хранился в погребе, соблюдают основные правила, помещение начинают готовить примерно за месяц до закладки. Овощей, его очищают от мусора, осматривают на наличие трещин и дыр, промывают мыльным раствором, обрабатывают 10% М раствором медного. Купороса, хорошо просушивают, проветривают несколько дней. Погреб дополнительно утепляют от зимних морозов, пол засыпают известью, чтобы избавиться от лишней влаги. Картофель просушивают 5-15 дней после очистки от земли, сортируют, удаляют зараженные, механически поврежденные и непригодные для хранения экземпляры. Следят, чтобы температура в подвале была в пределах плюс 2, плюс 4 градуса Цельсия, влажность воздуха около 90%. Клубни периодически осматривают на наличие подозрительных пятен и наростов. Чем обработать картофель? Перед тем, как поместить очищенные от земли овощи в погреб, их обрабатывают мелом или древесной золой. Из химических средств используют фитоспорин, антигниль, медный купорос, бордоскую жидкость. Всю тару для овощей предварительно дезинфицируют раствором марганцовки. Почему картошка гниет сразу после уборки? Сразу после сбора урожай гниет из-за воздействия патогенных грибков и бактерий. Чтобы предотвратить проблему, важно не только внимательно относиться к подготовке овощей и помещения для хранения, но и соблюдать агротехнику выращивания культуры. Высаживают растения при температуре не выше плюс 15 градусов Цельсия, почва должна быть плодородная, в глинистом грунте. Картофелю будет тяжело, семенные клубни возделывают целиком или дольками, которые заранее просушивают и обваливают в золе. Участок регулярно пропалывают от сорняков, следят за уровнем влажности почвы. Если картофель уже заболел, действуют так: урожай перебирают, избавляются от гнилых и поврежденных клубней. Здоровые экземпляры обрабатывают контактным фунгицидом Дитон М45. Овощи и погреб хорошо сушат. Если на картофеле появятся новые грибковые или бактериальные образования, процедуры повторяют. Почему картофель покрывается белой плесенью? Появление плесени связано с неправильными условиями хранения овощей. Меры профилактики – подбор сортов с крепким иммунитетом, высокой лёжкостью, периодическое проветривание погреба, контроль влажности и температуры, дезинфекция клубней и помещения, закладка только зрелых овощей, изоляция подвала от грунтовых.
Вот, регулярный осмотр клубней на наличие подозрительных образований. Если плесень появилась при хранении, принимают такие меры, урожай убирают из помещения, держат под ультрафиолетовой лампой 5-6 часов. Известковым раствором очищают стены, потолки и дно погреба. Зараженные клубни выбрасывают. Для снижения влажности воздуха ставят емкость с гашаной известью. Сами овощи посыпают опилками или древесной золой. Иногда в помещении применяют дымовые шашки. Советы и рекомендации при посадке культуры выбирают подходящий для длительного хранения сорт Пикассо, Астерикс и другие. Картофель не держат с другими овощами, кроме свеклы, ее раскладывают в 1-2 слоя на клубнях, чтобы убрать лишнюю влагу. Чтобы снизить температуру в погребе при весеннем потеплении, расставляют несколько предварительно замороженных бутылок с водой. Заключение: при выборе подходящего сорта, подготовке клубней и погреба, соблюдение оптимальных температур и влажности, урожай не потеряет своих качеств до весны. Если овощи уже начали гнить или покрылись плесенью, их перебирают, дезинфицируют вместе с помещением, все хорошо сушат. Не пренебрегайте основными правилами выращивания и хранения урожая, и тогда риск возникновения проблем будет минимальным. Из-за чего в погребе гниет картофель решетка? Почему гниет картофель в погребе? Watch this video on YouTube.